помогу вам. Разве можно девушку подобными обнимать? Так же нельзя же. Только я запомнила. Ох, запомнила руки твои сильные. Да. Взоры твои соколиные. Трудно устоять против жгучей твоей красоты. Наконец-то рассмотрела. Кто-то может уйти. Да-да-да. Ты в пещеру приходи. Да-да, пойдем, пойдем. Сейчас, сейчас, иди сюда. Я сейчас не могу. Я сегодня не могу, у меня сегодня дело важное, коммерческое. Ты знаешь, вот не откладывается. Слушай, вот давай завтра с утра. Вот завтра с утра я в пещере с утра залягу тебя. Разве кровь твоя и не кипит, не бурлит? Ну, ты знаешь, она меня кипит, она меня бурлит. Ну, не могу я сегодня. Ну, ну что? Остынут. Боже. Остынут, а завтра объятия мои. Сердце мое и сдохнет. Ой, как она по мне убивается, да! Сокол ты мой, пламенный! Да, да! Смотри, нет никого кругом, а как шалью махну, смело за мной ступай! Да-да, я сейчас, я иду, я сейчас! Ну что, Мирабелла, будешь знать, как от такого мужчины отворачиваться! И... Иди на любовь, а баранас, ты не шестерка!